Сейчас прямо перед нами музыкальное видео None of My Business. Мы смотрим его в первый раз. Я так долго ждала этого. Я тоже ждала. Уже не терпится. Я включаю. Да. Мне нравится этот клип. Так красиво. Какая красивая надпись. Шин Юна. Вау, Еджи. Чирион. Какая красивая вишенка. Я тогда нанесла на себя блестящий макияж. Какая красивая. В этом клипе такие красивые цвета. Что это? Как красиво. Какие красивые цвета. Я думаю, это Мидзи понравится. Им точно понравится. Какая красивая, Чирён. Там так много коротких сцен. Немного другая атмосфера, чем я ожидала. Отличная атмосфера. Это костюмы, в которых мы сейчас. Атмосфера немного другая, потому что видео уже отредактировано. Такой классный фильтр. Как красиво. Как мило. Мы здесь такие красивенькие. У нас впервые такая концепция. Это должно понравиться Мидзи, раз мы сами считаем себя симпатичными. Вау, Еджи, ты тут такая классная. Еджи выглядит очень красивой. Какая красивая. Прям как Барби. Ты здесь очень красивая. Фильтр выглядит таким красивым. Это правда. Некоторые кадры были сняты этой камерой. Мне так нравится. Я так рада, что у нас теперь есть такое видео. Это я снимала. Или нет? Мы выглядим так свежо. Юна, милашка. Теперь там ночь. О, мне нравится. Так атмосферно. Милашка. Вау, Чирён, ты выглядишь потрясающе с распущенными волосами. Это видео показывает все наше очарование. Как красиво. Из-за того, что видео яркое, наши цветные линзы хорошо видны. Юна такая очаровательная. Какая красивая. Почему во всех клипах я выгляжу как ребенок? Наверное, потому что у тебя распущенные волосы. Рюджин, ты такая красивая. Подождите, кажется, здесь я правда уснула. Точно. Спасибо, хоть что сплю не с открытым ртом. Мы так долго ждали этого. Мне очень понравилось. Это так круто. Вау, это видео точно будет одно из моих любимых. Мы все время говорили, ой, как красиво. Во время съемок мы уже предполагали, что видео получится красивым. Но оно выглядело даже гораздо лучше, чем мы ожидали. Я уверена, Мидзи очень это понравится. Оно правда крутое. Мне очень нравится. Мне тоже понравилось. Мы в клипе все получились такие красивые. Цвета и атмосфера были такими летними. Клип отлично передал эту атмосферу, поэтому мы довольны. Не могу дождаться, чтобы вы увидели Мидзи. Мидзи, пожалуйста, с нетерпением ждите клип на песню None of My Business. И подарите нам много любви. А сейчас, пока!